выстрелы, сначала не поняли, что произошло. Потом лично видел, как террористы зашли, начали расстреливать всех. Кинули в итоге молотов, все подожглось. Нас выставили, заперт. Мы бегали по всему Крокус-Сити, пытались найти выход, но было безуспешно. Вот. Зашли в подвал Крокус-Сити, Фола, и дождались МЧС, и вот вышли. Да, произошла трагедия. Мы здесь в Крокусе работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных и соответственно.